Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Митрофана в день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память святителя Амфилохия Иконийского, святителя Григория Акрагандийского, благоверного князя Александра Невского в Схиме Алексея, святителя Митрофана в Схиме Макария, епископа Воронежского, мучеников Сесиния, епископа Физического и Феодора Антиохийского, преподобного Колумбана Люксейского игумена, преподобного мученика Серафима Севара монаха и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.